Всем привет! Сегодня мы поиграем в брутальный боевичок. Что тут у нас есть? Можно взять героя. Давайте выберем одного из героев. Игра называется Crescent. Вот. Ну, давайте дальше, что там? Ну. Вау! Да я брутальный! Режим соло есть. Понятно, давай-ка попробуем соло. Практика. Дуо, отряд. Прикольная игрушка. Кстати, она в стиме бесплатна. Давайте попробуем маленько игрануться. Что там, магазин мигает, сейчас глянем. Одну секунду. Ух ты, боевой пропуск есть даже. Интересно. А, и что, начать? Зона начнется. Ух ты, через 30 секунд. Так, что, у меня нож? И все? А, вот стол. Сковорода. Зачем мне сковорода? А как тут подбирать? Ага, на F. Сейчас мы все соберем, что тут можно. Это нельзя, да? Оружие есть? Как мне оружие-то? А, во, я вид могу менять. Прикольно. Оружие, пожалуйста. Я понимаю, что начнет сужаться зона. А мне надо же пупушку. Пупушку. Или она у меня есть? Ребята, я первый раз зашел в эту игру, поэтому... Ох ты, он лазить может. Обалденно. Так, первый раз зашли в игру. Сейчас мы быстренько глянем. А что, все только? Что? Карта? Карта вот, мы вот. А, мы вон где? Так, ребята, нам надо оружие, я так думаю. С этой по какашке пустой. Ведьминский муж мешок. А чё? Ага! Меч. А, у меня 7-й ведьминский мешок, а там 3-й. Не надо мне так делать. Что делаешь? А это что? Сковорода. Ну ладно. А, во! Что здесь? А почему я не могу-то? Я только это могу. Остальное не могу, да? А вот это? Патронов набрали зачем-то. А я могу пушку поменять? Ух ты, ёб. Прикольно. Так, а что... Ух ты, ёб. Это тоже можно могу взять? А чё, только патроны, что ли? Во! У меня же здесь стрельбище. Как бы. А чё, пустой, что ли? А где мне патроны взять? Ребята, кто-нибудь играл в такую игру, подскажите, если что-то. А, мне интересно. Ну, давай, давай. Короче, всякая фигня есть, а моего нету, да? А, предметы рядом, вон как можно. Патроны, это сюда, что у меня патроны какие? Нет? Ага. Станет доступно после выполнения задания. Ну, понятно, а какое задание надо выполнить? Где посмотреть? Я не знаю. На машинке можешь прокатиться. Вау! Ух ты, рулит, смотри! Вау! И далеко нам ехать? Кто знает. А уменьшение зоны начнется через 40 минут. 40 минут? Ну давай прокатимся. Нам что делать-то? Ох ты, ёшкин кот.
Мне что-то это напоминает. То ли ПБГ. ПБГ, то ли что, я не знаю, но что-то мне напоминает эта игрушка. О, стой, о, бункер. Подожди, а нам задание, наверное, вот на ту желтую точку, да? Туда. Я так думаю, да. Наверное, на желтую точку все-таки. Давай съездим, глянем. На всякий случай. Опа, на. А, это что такое? Я не понял. Чувак, скажи, что ты должен сделать. А? Наверное, мы там должны что-то сделать. А может нам пойти? Ё-пу-пу-пу, а я не знал, что так можно. Ну пойдем, зарежем кого-нибудь. О, вот этого, давай. Здорово! Кто орал? Я не понял. О, тут нож, а и у нас есть нож. Это что? Левый наколенник, а броня? А можно же вот так, да? Таб открываешь и смотришь. А надо нам... Ух ты. А, нагрудная броня. Правый наколенник, вот. А чё это? Правый наколенник. От этого... Огнестрельное оружие. Короче, давай-ка мы вот так оденемся. Вот. А, вот. А это что? Нож у нас есть? Есть. Есть джи. Мы в каске! Ёпарасоте! Так, а где нам оружие-то взять? Есть нету? Давайте посмотрим, у кого пистолет есть. О, шлем классный. Дай мне шлем свой. У него броня шикарная. Ну-ка. А, вот. Шлем викинга. Защита 30. А это? Тоже 30. А, вон как смотрится. И дали 30. А у меня 10. Вот, наколенники меняем. Меняем. Ага. А чё это? Подожди, подожди, вот. Нет. Да пофигу, короче. Потом разберемся по ходу движения, и мы теперь в каске. Шикарный. Забудая! А есть какое-нибудь оружие? Нам сколько человек надо замочить? Это у нас, и напомню, это у нас обучение. Мощная броня у чувака, а? Пойдем-ка он туда, в бункер сходим. А есть пушка? Почему нет патронов-то? Ну пошли искать патроны. Может быть найдем? Ребята, кто играл в эту игру? Подскажите мне, пожалуйста, как тут жить? Вау! А как туда попасть? Я туда хочу попасть! Давай, 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 давай! Вот дырочка! Ха! Я попал! Ребята, тихо! Чё орёшь-то? Тебя же услышат. Во! Ох ты, можно пострелять, да? Да! Прикольно. Тут еще есть? О,
О, так тут и дверь была. Ну, прикольнюха. Вот, а, ребята, кому... Ух ты. Не ожидали, да? Пулемет прям в туалете стоит. Ха-ха-ха-ха. Вот. Вот так. Ну, пойдем, выйдем на улицу. Так, а мы можем сменить режим? Так, управление, инвентарь, помощь выйти из боя. Потому что мы уже это все изучили практически. Сейчас давай начнем вот соло. Начать. Просто интересно. Ух ты, поиск сессии даже. Ну давай. Вау. Ого-го, вы чё? Я так не договаривался. Это же так жестко. Так, я. Мне надо... Ё, я же... Чувак. Давай ищи. Ну, коровник, я не знаю, будет... Опа, на. Кислородный баллон. Мне оружие надо. Здесь единственное, что скажу, что надписи мешают сильно. Может быть, их можно будет отключить? Ну, я пока не знаю. Вау! Что, туда надо? О, там что-то есть. Ну давай! Какие-то денежки, что ли, или чё? Ох ты, у нас один наколенник. А ну надо было одеться нам, я так думаю. Это все-таки как броня. Давай в дом зайдем. О, это магазин, чё? Ух ты, ё! Я тоже хочу. Как ее взять? Во! У меня есть пушка! Обычный холодильник, и чё? Еда? Еда? Ёпарасете! Тут еда, ребята! Не, ну прикольно! То есть в холодильнике есть жратва, и ей походу лечиться, как обычно, да? О, что тут? Радиус? Тихо! Ну, сумочка хоть какая-никакая есть. А я могу здесь кого-нибудь убить-то? Карта? Вау! Нюхачи! Ха-ха, я в Херберте! Нюхачи. Прикольно, мне понравилось больше всего от холодильника. О, я всю еду забрал. А, там еще и каска была! Это что? Малая сумка. Она у нас есть, да? Вау, у меня теперь автомат есть. Ну все. Всем хана. Вау. Задержите дыхание. Ага, опа-на. Нам двигаться надо. Внюхачи. Ух, я прицел взял. Возьми прицел. Ты что делаешь? Вот, возьми прицел. Вот, поставил. Так, сейчас мы поставим прицел. Ага.
А прицел? А на ту пушку, на эту нельзя? Что? Ух ты, пух ты. Не, ну шикарно. Ох ты, маленькая пушечка какая-то. Ну, мы пойдем с этой. Да. Тихо. О, страшно, ребята. Ребятулечки, козелечки. Ага. Так. Слышите, да? Бежим, на! Страшно, ёпарсы! Какая красота! Вау! А мы здесь ушлёпнемся, что ли? Или нет? Не, мы тут ухренаться-то можно. О! Подожди! Зон, твою мать! Нечестно так! Беги, 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 чувак! Беги, беги! Хабары, хабары! Бары, 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 бары! Ребята! Не, ну так, по-по-по-по-по-по! Главное, что он живой еще, да? Бежим! Оба-на! Это как? Оказывается, я тут не один был. Я-то тут в одного сижу. Обалдеть! Выберите местную способность, чтобы использовать в бою. Это что? Способность кладоискателя, способность скорости, способность лечения. Вау, я выбрал лечение, ребята. Не, ну это прикольно, а почему? Я же соло играл. А, это, наверное, один на 100 тысяч человек. А, вон как. Можно вдвоем играть, можно в отряде. А ревент — это одна из одиночных режимов с возрождениями. Момент гибели герой хотя бы 100 душ. О, ну-ка. Интересно. Быстренько глянем и начнем. Давай. Интересно просто. Это как так? Так, ну это я понял. То есть можно возрождаться. Так, у нас сумка. И нож. Пойдем в дом. Раз. Ох, это что это такое-то? Ребята, я не понял. Я попал в игру «Охотники за привидениями». Да? У меня есть пушка? У меня есть пушка. Ну пусть пока будет такая пушка. А давай дверь закроем. Что, где кто? Мы взяли? Взяли? Все, взяли, все берем. Мне просто интересно, как это с возрождением. Опа, на. Так. У нас где-то сейчас зона будет, да, здесь? А зона будет там.
Но там, наверное, никого нет. Возможно, никого нет. А возможно, есть. Не, ну прикольная игрушка-то. А это что у меня вообще за хрень-то? Топливо забрали. Банка консервы. Патрон. Даже сигнальная ракета у меня есть. Ну, ладно. Сейчас мы здесь закроем, чтобы не подозрительно было. Так, идем. Через 30 секунд. Подожди, а далеко она пойдет-то? Вообще карта есть? А, так мне хреначить надо? Мне надо далеко хреначить? Да вы издеваетесь, что ли? Ну побежали. Мы по дороге побежим. Зона идет. Ребята, нам бы машинку. А мы будем бежать по дороге. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. И у нас есть аптечка, да? Аптечка S, по-моему, да? Вроде так. Ребята, кто играл в такую игру, пожалуйста, напишите в комментариях. Если что, можно на парочку сыграть. Он устает? Ты чё, гад? Подставлял-то такой? Там чё-то зона идет. Давай, давай, вали. Село какое-то. Опа-на. Вот так. Тихо. Видели, да? Я видел. Тихо. Где-то кто-то есть. Давай за дом. За дом. Беги, беги, беги. Ёпас, тут чё только нету, а? Вот, вот, тихо, тихо. Здесь присели. Мы вышли из зоны. Где-то здесь. Тихо. Где-то есть кто-то. А ты издеваешься, что ли? Он что, удрал? Тварь какой, а? Тихо. Она далеко бежать-то? Зона сжимает, да вы обалдели, что ли? Ого! О, кто-то кого-то грохнул. Нас 18 человеков. А мы пойдем лесом. Так, я что думаю? Мы попадем в пить. В единичку-то. Лучших повелителей игры. О!
где-то пуляются. О, костер. Ну-ка, давай заправимся. Так, Эв. А почему? Там зона идет, чувак. Сейчас мы... Что это было? Ух ты, у меня рюкзак какой! Вы это видели? Я летать могу? Так, сейчас мы залазим вот сюда. Вот. И идем. Так, ну, ракеты нам сигнальную надо поменять. Вот эту выкинуть. Вот, а... Стоп! А пистолет взять. Ёпрасы, что я сделал? Вот, теперь у меня есть еще пистолет. Банка консервы есть. Так, зона сменится через 10 секунд. По-моему, будет сейчас жопа. Прицел, во! Поставить прицел. Где прицел? Поставить прицел. Прицел. Вот он, прицел. 4К. А! Убежали, блядь! Быстрее, беги! Беги! Беги, говна, кусок! Давай! О, молодец! Молодец, беги! Ёпрста, впереди мочалово, ребята. А нам как быть-то? Ёпрста, сколько всего. Тут кого-то грохнули, походу. Вау. Он устал. Тварь, ты не уставай. Я понимаю, тяжело. Не, прикольная игрушка. Я в ПБГшку играл. Тоже прикольно. Ва, тут стена. Где-то там вышки, походу, засели, да? О-о-о. Где-то есть контакт. Вау! 9 харь осталось. Давай. Ух ты! Всего-всего-всего набираем, молодцы. Так, где кто? Ага, я думал, прицела можно приближать. А нет. А, бежим, блин! Чё за подстава-то? Вообще нечестно, так неожиданно и так быстро начинается. Ага, нам туда. Беги. Там шмаляет во все, ребята. Мы выживем. Мы уже в шестерку попали. Лучших снайперов. Так, и где зона закончится? Ты где, гад?
Ёпрасоте, бегом. Мы бежим, неуклюже пешеходы по лужам. А вода как... Чего? Начнется сужение, ну я понял. А ты что-то быстрее уставать начинаешь, чувак. Давай. Они там сверху, я знаю. О! Мы замочили кого-то, ребята! В натуре! Он в доме хотел спрятаться, заныкаться. Прикиньте. А в домик-то нельзя прятаться? Тихо. Здесь никого нету сзади. Мы поп... подожди. Сейчас мы посмотрим, чтобы никто не бежал. Вау. Через 10 секунд начнется жопа. Тихо. Они где-то наверху хулиганят. Кусты надо вот сюда. Вот. В кустах самое то. И нам не видно ничего. Присядь. Ух ты. Вы чё, ребята? Дураки, что ли? Да ко мне надо. Тихо. Вы что, издеваетесь, что ли? Давай-ка вот сюда. А, вон огонек. Туда? Туда всех стягивает. Где кто, блин? Ты где? А, вон. Ты чё, говна кусок? Он ещё пуляется? Тварь такая. Ах ты, гад! Как так-то? Убей его, тварь! Ребята, я один-один! И что мне делать? А что мне делать? А? Ах ты, гад, стой! Я его убил? Ах он, как он меня заметил-то, я не понял! Вот, ребята, прикольная игрушка! Одно убийство! Вот такая прикольная игра. Понравилось? Подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте. С вами Клеер. А всем пока. Ту-ду-ту-ту-ду-ту. Я был в двойке лучших, сопляки. Ха-ха-ха. Всем пока.